Красного угла Айсен Батуев, Верхнеблизский улус. Из синего угла Николай Обоев, Нюрбинский улус. Обоев, когда? Слава Кангелес! По комплекции очень похожи. Нельзя сказать, что один из них превосходит по силе. Любой достоин победы. Первый балл получает Айсен Батуев и ведет со счетом 1-0. Пока идет равная борьба, никто не предпринимает резких движений в ожидании ошибки у соперника. Сейчас середина круга занимает Николай Обоев. Николай Обоев прошел ноги, поднял его. Сейчас думает, как бы продолжить действие, чтобы выиграть схватку. Ну а Айсен Батуев находится в тяжелом положении. Тридцать секунд остается до конца встречи. Пятнадцать секунд остается. Николай Обоев вырывает победу. И побежал зрителям. Это тоже надо уметь. Иметь контакт со зрителями. Победу одержал Николай Обоев, Нюрбинский улус.